Если был рядом Браун, давно бы уже подошел бы к профессии правильно. Вот идея романа на чьем тираже, я поднялся бы круче Дэн Брауна. Но роман – это время, детали, слова, а с поэзией проще управиться. Начиналось бы так. Патриарх и глава удаляются в баню попариться. Происходит все это не в нашей стране, не на нашей планете, а где-то вовне. Разложив на полке мускулистую плоть и дождавшись, пока разогреется, президент спросил его, есть ли Господь? Патриарх сказал, разумеется. Президент промолвил, я задал вопрос, но остался, похоже, непонятым. Патриарх ответил, ну если всерьез, то, естественно, нету. Какой это? Президент его повалил, притарил и сказал, я с тобой не шучу. Уловил. Жаркий воздух хватает, таращи глаза. Патриарх бы сознался бесрадостно. Ну за что ты меня? Я не знаю, не знаю. Президент бы сказал, мы дознаемся. И ушел бы приказ по спецслужбам страны оторваться на месяц от всякой войны, от соседских разведок, подпольных врагов и от внешнего злобу таящего разыскать, перечислить наличных богов и найти среди них настоящего. Меж мечетей, меж пагод, меж белых палат не впервые крамолу откапывать. Ведь нашли же однажды, а Понтий Пилат был не лучше, чем наши уж как-нибудь. И пойдет панорама таинственных вер. Будуист, например, синтоист, например. Это сколько бы можно всего описать. И мулатку, и польку прелестную, и барочный фасад, и тропический сад, и Мурана, и Бон, и Флоренцию. Промелькнул бы с раскрашенным бубном шаман, и гречанка с Афиной Палладою. Но зачем мне писать бесконечный роман, где отделаться можно балладою? И обшарив сакральные точки страны, то есть точки земли, возвратятся герои в тоске и пыли, из метели и адского печива, и признаются, мы ничего не нашли. А докладывать надо, а нечего. И возьмут они первого встречного, ах, да вдобавок еще и колечного, ах, и посадят без всякого повода, и хватают его, и пытают его, и в конце уже Богом считают его, ибо верят же все-таки в Бога-то, и собьют его с ног, и согнут его в рог, ибо дело действительно скверное. И когда он под пыткой признает, что Бог, он и станет тем Богом, наверное, покалечит его, извечит его, а когда он совсем покалечится, то умрет под кнутом и воскреснет потом, и воскреснув, спасет человечество. И начальство довольно. Не в первый же раз предъявляет бездыханное тело им. Неизменный закон торжествует у нас. Если Господа нету, то сделаем. И случится просвет на 2000 лет. А иначе бы полная задница. Потому что ведь Бога действительно нет. Пока кто-то из нас не сознается.